Доброе утро, сегодняшнее утро. У меня начинается с каши, не знаю, чего-то мне очень захотелось овсянки на воде со сливочным маслом, щепоткой соли, но сахар еще не добавляла. И чай. В общем, каша с изюмом. Уже сразу с изюмом. И я любуюсь вот этим космосом. Он обалденный, мне он очень нравится. Так, каша, маленькая ложечка. Не знаю, мне каша нравится и с маленькой ложечкой. Добавлю еще для сладости немножечко цукатов и соленой карамели. Я себе там тоже домой ее сделала. И поэтому буду в кашу добавлять. Она в холодильнике хранилась и стала очень густой. Видите, с ней вообще ничего не происходит. Она вот такая вот густая. Стирку я заложила. Сейчас иду вязать петрушку. Я утеплилась, потому что там сейчас будет холодно под навесом, несмотря на то, что сплитуху включим, но будет прохладно. Петрушка! Видите, сейчас мороза нет, все отлично, она зеленая, ничего с ней как будто бы и не было. Так, у нас тут и английский. Лапшу готовлю на обед. На английском. На английском. И ката. В общем, короче, все 33 удовольствия. Ниже ногу прямую. На носок. Так, добавила немножко воды в лапшу. Можно я кое-что Все, себе скажу? картошку скажи. А вот эта карта, что я сейчас делала, это достаточно так легко, его легко заполнить. Да? Куриный бульон из крылышек, пупочка и печеночки. Шея там еще, по-моему. Так, все. Шейка. Так, пожалуйста, идти повторять повороты ката. Во втором, хорошо? Во втором Да. круге. Да. Еще приготовила чеснок и зелень укропа. В конце уже добавлю. Мама еще купила рахат-лукум, она уже такой покупала недавно. Упаковку, к сожалению, выбросили, она такая была нежно-голубенькая. И он очень вкусный, такой интересный. Здесь он с арахисом, ну, тот был с арахисом, этот не знаю с какими орешками. Ну, в общем, попадаются орешки. Для меня это сначала было по консистенции во рту, как будто плохо просеяли сахарную пудру, и там какие-то комочки. Но на самом деле, когда уже все это соединится, да, во рту, то очень приятный вкус орехов, сахарной пудры и самого вот этого вот рахат-лукума. Даже не знаю, из чего он делается. Так что очень здорово. Если вдруг увидите рахат-лукум, но если вы его, конечно, любите с орехами, с какими-то, то это очень вкусно. Я пугаюсь сама тебя. Так, давай. Да, мне надо плечи. Это было яблоко, говоришь. А куда ты пошел? Телефон? Да, Телефон. бери. Так, все, мы в школу. Я везу сегодня Григория. Потом еще стирать кимоно надо. Как здорово, уже у нас плюс 10. Прям совершенно все по-другому. Земля оттаяла. Вчера же дождь шел. Так что, в общем, теплышко у нас сегодня. А небо какое. Рябь какая красивая. Я даже кроссовки обула. То, что в этих вугах даже жарко. Нет, в этих не жарко. Все, Григорий пошел опять в этой синей шапке. Я уже заехала в магазин после того, как Гришу завезла, купила яйца. Так, купила чай Липтон. Ну, какой-то он не совсем Липтон. Мне кажется, что это какая-то а-ля подделка. Как вы думаете? Вот мне кажется, что какая-то цветовая гамма у Липтона. У меня тут даже коробки не осталось, но какой-то он слишком темный. Не знаю. Итак, бондюэль кукуруза за 72 рубля, но почему-то... Ой, кукуруза горошек, но почему-то горошек мне нравится именно бондюэлевский. Он действительно молодой
не твердый. Бывает, что в стеклянной банке, который он бывает очень твердый, как будто уже старый горох. Вот рондель пока еще ничего. Сметану взяла маленькую коробочку на развес, потому что-то мы ее перестали доедать. Поэтому думаю, что все равно Гришу каждый день возить. Лучше брать по маленькой коробочке. И сахарную пудру. Она уже подорожала. Была 25 рублей. Теперь уже 26. Три штучки взяла. Распак более или менее по качеству. В смысле того, по помолу мелкому. Бывает, что я возьму сахарную пудру какую-то другую. И она очень, знаете, какого помола? Даже в пакетике, ну вот в мешке, да, в кондитерском, когда я выдавливаю айсинг, то забивается даже вот этот прорез из-за того, что сахарная пудра очень крупно помолота. Поэтому стараюсь всегда, если есть, то распак брать. Готовим сегодня на ужин рагу по-домашнему, как мои дети это называют, просто картошка с мясом. Разделала я курочку, также обжариваю ножки, крылышки, предкрылья. И вот это вот к шейке, да, относится это... Как это, к спинке. Ну, в общем, это все спина тоже будет здесь. А грудку оставила. Буду ее, она, во-первых, до конца не разморожена, потому что здесь больше всего слой мяса. Поэтому будем его ждать, когда разморозится, и сделаем рубленные, наверное, котлетки. Картошечку я уже начистила. Дальше обжариваю кубики морковки и кубики лука. В общем, все порезано. Кубиками лук заходит в глаза, все это обжаривается, и курочка уже здесь ждет. Я ее посолила и поперчила. Так, вот наше рагу почти готово. Здесь соленые огурцы, обжаренная морковка с луком, обжаренная курочка и картошка. Я капельку вообще подсолила, просто немножко, и немножечко еще добавила рассола из-под огурцов. Сейчас добавлю еще чуть-чуть воды, потому что картошка все равно выделяет такой некий сок. И все это будем тушить до готовности картошки. Так, все, мы ужинаем. Да, все еще горячее, поэтому мы едим все со сметаной. Рагу с солеными огурцами и с мяском. Я еще сделала салат капуста. Пожала ее, посолила и немножечко руками пожала. Помяла горошек, укроп и сметану с майонезом. Сметанку только, Афонечка, горячая, сынок, дуть. Или сметанку. Ну, кладись туда сметанку и ешь со сметанкой. Как пахнет, да? Это мандарин. Мандаринчик, да. Да, мам. Что надо говорить? Спасибо. Спасибо? Да. А пожалуйста, надо говорить? Да. Я помыла голову после стрижки вот первый раз. И вот такая вот у меня челка. Я все-таки думаю, что ее надо подвытянуть. Потому что... Она слишком пышная, ну, на мой взгляд. Так что сейчас включила утюжок, подвытяну ее. Не уверена, что завтра у меня будет время, но я думаю, что она все равно подскочит, но в любом случае будет лучше. Короче, научусь я сейчас этой челкой, я так думаю. То собрала себе вот здесь вот гульку и счастлива. Ну что, изменения к лучшему, я думаю, в любом случае всегда. Так, вот такой вот у меня утюжок от Baby Lips. Ему уже, не знаю, сколько, пару лет, наверное. Он сразу как будто и плойка конусная, и также раздвигается, как утюжок. Если честно, я не очень люблю такие вещи, а-ля там два в одном, три в одном, знаете. По мне так какая-то штука не очень удобна. Если честно, как утюжок, не знаю, мне не айс, но я все равно пользуюсь. Вот что получилось. Я не знаю, видите ли вы разницу, но я ее вижу. Мне нравится, в принципе, результат. Вот я, если честно, довольна. Считаю, что волосы, не зубы, отрастут, поэтому все отлично. Будет чем заниматься, если что, вдруг челка надоест в следующем году.
Вот, а сейчас иду монтировать видео, чтобы не поздно ложиться. Сейчас, на самом деле, часов 7. Я уже пошла в душ, потому что, когда я засиживаюсь с пряниками, то душ потом не хочется в час или в 2 даже ночи принимать. Поэтому сейчас все сделала и иду монтировать. Черточка, тебя можно перенести? Да, конечно, можно. Что, ты забыл, что ли? Чуть-чуть подзабыл. Ну так давай, значит, повторить правила. Правил нету. Переноса? Достань-ка мне вот этот свой справочник, который тебе подарили в школе, в садике. Там есть правила переноса. Риша, не надо делать такое лицо. А что? Ничего, играйте. Ты играешь? Так, все вещи, пожалуйста, что валяются, все в стирку, понятно? Мама, да-да, вон овали, да-да. А ты не овали, не-не. Они тики. Он очень занят. Он лежит на печи. Вообще занят, да? Покажи, какую ты взял книжку. Простоквашино взял. В библиотеке. Теперь же надо ее прочитать-то, да? Может быть, я всю не успею. Кто знает. Угу. Давай, котик, беги, читай. Ай, да, да. А я тут пока мою обувь. Свою помыла. Антошкину. И вот Гришкину. Да все помыла. Все. Спасибо. И мальчиков, и девочек всех. Так, что делают родители вечером? Жрут. Если дети вдруг их ели яблоки, то родители обязаны доесть эти яблоки. Я, в общем, нам с Сержуней почистила яблоки. Вот здесь они вот такие вот с маленькими зубками. Будем доедать за детьми. И мандарины тоже за детьми.